В рамках осеннего призыва на Северный флот прибыла первая группа призывников из республики Коми. Им предстоит пройти ряд комиссий, а после отправиться в часть. Служить им, как и прежде, предстоит ровно год. В пункт приема и распределения военнослужащих Северного флота прибыли 49 призывников из республики Коми, которые в настоящее время проходят комиссию и медицинское освидетельствование на степень готовности к военной службе. С ними будут проводиться следующие мероприятия. Это социально-психологическое изучение, психологическое обследование и медицинское освидетельство. После прохождения данных мероприятий все призывники будут распределены по воинским частям Северного флота. При распределении молодых людей по воинским частям будут учитываться уровень образования, навыки управления различными видами транспортных средств в соответствии с категориями водительских прав, склонность к изучению различных видов техники, физическая подготовка и морально-психологические качества новобранцев. Условия службы, в которых сейчас оказались парни, на уровне. Например, питание организовано по принципу шведского стола с выбором блюд. В ротных помещениях функционируют комнаты отдыха, чайные, спортивные уголки и душевые кабинки. Здесь люди все приветливые, все дружелюбные, никто здесь не ругается, не оскорбляет, ничего такого нет. Кормят хорошо, можно с собой не брать колбасу, там бананы и так далее. Если мама сует, то не берите, как бы. Здесь еды достаточно, точно не голодать не будете. А так, только позитивного настроя, и служите, служите. После прохождения комиссии призывники будут распределены в береговые части флота, мотострелковые подразделения, морскую пехоту и авиационно-технические базы, части противовоздушной обороны, материально-технического обеспечения. Также призывники могут попасть служить на надводные корабли.